Привет, с вами я, Александра, и это видеообзор кукол Monster High Persephone и Меолодия. Куклы приобретены у нас давненько, сохранилась только задняя часть коробки. С куклами не было подставок и расчесок. Подставки взяты у других кукол. С ними был один дневничок на двоих. Давайте посмотрим на заднюю часть коробки. Она выполнена в черно-красном цвете. В центре мы видим двух веркошек. Над ними идет надпись Monster High, их девиз Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Чуть ниже логотип школы и также имена девочек, что они являются дочерьми веркошек. По разным сторонам от веркошек идет их дневник, такой анкетка. И ниже мы видим изображение других кукол. Вот, встречаем новых монстров в школе. Это Оперета, Нефера Денайл, Тарляй. Теперь давайте прочитаем про них. Значит, возраст нам 15, родители, веркошки, коты-оборотни. Убийственный стиль, Персефона. Мы предпочитаем юбки, жилеты и блестящие позвякивающие браслеты. Нам нравится та одежда, которая хорошо сочетается. Не так ли, сестра? Ты, как всегда, права. Благодаря этому жизнь становится менее запутанной для нас. Причудливый недостаток. Персефона. Почаш наше любопытство приносит нам одни только беды, и мы часто соглашаемся участвовать в чужих планах, не особо задумываясь о последствиях. Меолодия. Почему, сестра, ты говоришь так, словно у нас нет собственного мнения? Персефона. Мои извинения, пожалуй, я ошиблась, сказал так. Питомец. Когда-то у нас была канарейка, но у одной из нас аллергия на птиц, и поэтому нам пришлось от нее избавиться. Любимое занятие. Когда мы не дремлем, нам нравится заниматься гимнастикой, тем более мы всегда приземляемся на ноги. Самая любимая большая мозоль. Персефона. Когда монстры автоматически приходят к мысли, что мы думаем одинаково и совсем соглашаемся. Меолодия. Это не моя больная мозоль. Мне не нравятся закрытые двери. Персефона. Тебе нужно просто их открыть, Меолодия. Это не выход. Любимый урок. Мы любим безумную науку, особенно раздел про генетику. Нелюбимый урок. Домоводство. Миссис Киндергрубер заставляет нас одевать сеточки для волос на все тело. Любимый цвет. Наши любимые цвета оранжевый и выгоревший оранжевый. Любимая еда. Мороженое. Любимые друзья. Тарляй и, конечно же, друг с дружкой. Вот. Давайте посмотрим на их дневничок. Вот. Меолодия – это черный цвет, Персефона – это синий цвет. Написание дневника. Вот. Идет просто дата. И запись идет Персефоны и Меолодии. И заднюю часть покажу. Такая же анкета, как и на коробке. Вот. Теперь давайте посмотрим на самих веркошек. Я буду их описывать вместе, потому что они очень похожи. Вот. Буду говорить их различия и схожести. Значит, Меолодия у нас блондинка, Персефона у нас брюнетка. Значит, лицо у них абсолютно одинаковое, если мы посмотрим. Вот. Макияж у них голубые тени. Различия на лице не видно, да? Вот белая такая мордочка, черный носик, красные губки. А если мы сейчас посмотрим на их волосы, они, конечно, похожи, но разные. Значит, у Меолодии, как я уже говорила, она блондинка. Давайте так переставим. Вот. Персефона брюнетка. У одной и у второй куколки есть прядки. Вот, это белые прядки, как у одной и второй. И на них вот такие вот полосы черные, черного цвета. Прядки одинаковые, но сами волосы здесь разные.
тела расцветка у них одинаковая. Вот. Только давайте посмотрим на руки. Смотрите, у Персефоны на левой ручке белые полосы, у Неолодии на правой ручке белые полосы. Вторая ручка у них без разрисовки. Точно так же на ножках. У Персефоны правая ножка белые полосы, у Неолодии левая ножка белые полосы. Смотрим дальше. Теперь перейдем к одежде. Ну, хвостик и цвет тела серенькие одинаковые. Хвостики, хочу сказать, очень хорошие, не отваливаются, как у Торреляй. Вот. Давайте посмотрим на их одежду. Их одежда состоит из майки, коротенькой юбки, мини-юбки и такой вот курточки без рукавов под кожу. Теперь давайте посмотрим. У Персефоны майка белая, с черными такими узорами, как бы когтями кто-то порвал. У Неолодии она черная с белыми узорами. Куртка. У Персефоны она красная. Вот. Здесь идет такой вот черный пояс. Белый такой горошек здесь. И серебристая здесь такая полоска ткани. И здесь тоже идет такой же. И красный воротничок. У Неолодии куртка черная. Куртки отличаются. Скажу сразу. Значит, ну, воротник черный. Здесь идет красная такая блестящая полоска ткани. А здесь пояс такой. Идет серебристый. И здесь сверху одна полоска серебристая. В общем, куртки разные. Вот. Также полоски на майках мы видим тоже разные. Юбочки. Ну, юбочки одинаковые. У Персефоны просто темно-красный, у Неолодии светло-красный. Обувь. Обувь тоже разная. Сапожки. Значит, посмотрим у Персефоны. Они полностью черные с открытым носком. Шнуровка здесь вот вверху, вот такой вот ремешок. Платформа идет красная. Вот, такая темно-красная. Теперь давайте посмотрим на сапожки Неолодии. Значит, они открытые полностью, спереди с такими завязанными, как бы здесь, бантиками. Вот. Открытый носок. Вот. Если здесь у нас была такая, как пряжка, то здесь у нас бантик. Вот. А так похожи сапожки. Платформа тоже красная. Вот. Цветовая гамма сапожек одинаковая. Теперь давайте посмотрим на украшения. На ушках нет украшений вообще. На ручках зато есть. У Персефоны на правой ручке мы видим, идет вот такая вот перчатка. Вот так и ручка вылита. Вот. И три браслета. Два черных, один красный. У Неолодии точно такая же ручка, только левая. Вот точно так же идет перчатка. И точно такие же браслеты. Два черных, один красный. То есть одинаковые. Посмотрим теперь на другие ручки. У Персефоны на левой ручке мы видим один красный браслет и темно-красную сумку в виде такого клубка с нитками. У Неолодии браслет и сумка идентичный, только светло-красного цвета. Последнее. Хочу, чтобы вы посмотрели на глазки. Глаза действительно кошки. Рыжие. Зрачки удлиненные. Это все. Всем спасибо. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Пока-пока.